разговаривать. Лучше за шейку держать, вот так, ну, поддерживать, чтобы. Какой-то первый раз вижу, если честно, на руках. Да? Даже, он даже у меня так редко лежит. Не думала никогда, что буду держать на руках. Дверь ломится вот так на дверь. Оттяпнуть. Он реально камеру не дает взять. Ты какой живой, он такой малюточка. Да. Но комплексом маленького роста не страдает вообще. Ну да, я представляю. Проблем с этим нет. И разница в весовых категориях нас никогда не пугала. В общем, бойцовский характер идет прям напролом, если ему что-то не нравится. Такой красавчик. Прям смотря в глаза. А кусается? Как надо, в полный рост. Может, да, укусить? Да. У него специфика такая, сначала кусает, а потом еще рвет. Угу. Агрессивный, достаточно зверь. Да, поближе. Он его сейчас в кадре разорвет лицо просто. Вот это будет контент. Смотри, какая она добрая, зато наестся. А может, нас сюда заманили, на самом деле. Да-да, я могу снимать, приходите. Вот так, освобождаем холодильник. Ты снимаешь все? Мы шутим. Привет, ребята, я Энни Мэджик, и это моя новая рубрика «Необычные домашние животные». Это Милана, и мы пришли к ней в гости, чтобы рассказать вам про вот это вот чудесное, очень необычное домашнее животное. Так что, если хотите еще больше необычных питомцев, ставьте лайк обязательно, голосуйте в вопросе и в комментариях пишите свои впечатления от этого чуда, свои вопросы и кого вы еще хотите увидеть в этой рубрике. Погнали! Почему в первую очередь вы решили завести такое животное? Ну, у меня всегда были экзоты, и есть у меня одна страсть. Я люблю большие уши у зверей. Угу. Я сейчас не знала даже о его существовании. Увидела как нарисованную картинку просто. У вас кто-то еще был, кроме финьков? Были африканские ежи, шиншиллы, черепахи, красноухие. И вот вы решились завести финька. Он специфически внешний и внутренне оказался еще более интересным, многогранным, потому с ним вообще не соскучишься, потому что это ходячий мультик, если честно. Такое животное сколько стоит в норме? В среднем. Стоит $3000. Есть один питомник, который их разводит официально. И вот там вот в этом питомнике на них очередь год. Угу. Мне какой-то просто космический случай подвернулся. Я в день приехала и взяла Кузю, потому что его оплатили и ждали, пока он вырастет, но хозяин умер. Кстати, у Кузи есть Инстаграм. Сколько у вас подписчиков? 164 тысячи, по-моему. Вот так что идите и подписывайтесь, если хотите увидеть, как ведет себя Кузя в обычной жизни, его классные фоточки. Мы ссылочку оставим в описании. Сейчас он очень спокойный такой, прям сидит на ручках, очень миленький. Не верьте ему. Вы пожалели о том, что завели лису? Ну, я его безумно люблю, и любовь все закрывает, но без любви здесь никак, потому что это не кошка, не собака. Он везде лезет, роет постоянно, очень шебутной. Ему нужна своя комната в идеале, потому что ну, на ночь его оставить просто в квартире, бегать нельзя, потому что везде залезет, очень пытливый ум, лапками все роет, рассматривает, потому ну, квартира верхом будет перевернута. Издает очень странные звуки, похожие, вот, когда вы камни накидываете, ядро, вот так вот это звучит. Да, это когда он бегает? Всю квартиру, да, и когда бегает, и просто воет. Как что-то ищет, да? Да, да. Ну и ко всему же еще он стайный, поэтому ему нужен друг. У нас регулярно были сменщики. Сначала собака с ним жила. Те, кто ко мне приходит в гости, он начинает их изживать. Да, если честно, даже меня изживает из квартиры. У него очень хитрая своя тактика. Он сначала, как он отжимает себе площадь, он сначала очень миленько ложится клубочком, вот так вот хвостиком накроется. И вы такой сисю, да? Умиляешься. Дальше он начинает огрызаться и не подпускать. Вот это вот так вот с креслом у нас было. После этого он начинает еще метить это кресло, чтобы путей уже назад не было. 24/7 ты должен просто постоянно с ним как бы внимание, контакт уделять ему все время. Абсолютно верно, но многие их держат в клетке. Покупаю большие клетки, чтобы на ночь закрывать. Мне жалко, и я вот просто спасаюсь тем, что накрываю диван, кресло пленкой, толстый такой парниковый, чтобы он не продрал ее когтями, чтобы он не написал просто. И вот, ну, вот в этом живу. И с утра вот опять же разбираешь, потом вечером накрываешь. Смотри, как он на тебя смотрит. У него, да, очень осознанный взгляд, на самом деле. Вообще прям четко видно, как он смотрит. Что ест? Все. Ну, как нужно правильно кормить? Сухой корм, комбинировать его с каким-то мясом, курица, индейка, перепелиные яйца. А есть специальный сухой корм для лис? Кошачий? Для собак? Кошек, да. Ну, в общем, очень качественный какой-то корм с мясом, со свежим, да? Да, с сырым. И сверчков, вот таких вот всяких вот
тараканчиков, жучков. Кого они могут в лесу поймать, да? Да, ну вот я недавно экспериментировала, купила ему живых сверчков. И он не стал есть. Он их не стал есть, у меня жило 150 сверчков помимо лисы 2 недели. Не стал есть, ему нравилось на них смотреть. Угу. Вот, очень наблюдать, играть, да? Да, он их с ними играл, подгонял их лапой, но не ел. Вот мороженых ест. Запах от него, куда он ходит в туалет вообще? Или вы гуляете с ним на улице на шлейке, на поводке? Вы вообще гуляете? Ну, гуляем, да, периодически гуляем, но не совсем в холодную погоду, потому что им комфортно 20 градусов, так, ну 15 минимум. А финки это кто у нас? Откуда они? Африка. Из Африки, из пустыни, да? Да. А вот, писает на пеленку и везде. Везде это как? Ну, везде это по чуть-чуть вот он метит. А, территорию свою, да? Я потом немножко опомнилась, думаю, надо с этим что-то делать, хотя бы надрессировать его как-то. Пыталась вызвать кинолога, мне сказали, мы даже не приедем, потому что это бесполезно. Это дикий зверь, но как вы будете? Кузя. Это его дом, да? Да, да, вот знает свое имя, откликается. Ой, как классно, как он разговаривает. Очень радуется с утра, когда приходишь к нему, начинает махать хвостом, визжать. Кунь, надо было тебе вкусняшку принести. Что это такое? Тебе нравится камера эта? А у него есть игрушки? Да, есть, сейчас покажу. Он ненавидит, когда моют полы, когда я что-то убираю. А может, это он так играет с вами просто? Ну, вот когда он разбегается и со всей дури вцепляется, куда бог пошлет зубами, ротовым аппаратом в спину, либо в бок, я не думаю, что он играется. Прям сильно, критично шрамы остаются? Иногда шрамы остаются. Копает этот пол у меня уже дважды. Ну, вот так вот мы ходим нормально, ничего. Да, дважды перекрыт лаком, все, вся мебель выносилась, и мы закатывали просто 2 раза, потому что пол орех еще надо. Просто психи. Мунь, смотри, игрушка, рыбка твоя. Ой, лисяра. Почему назвали его Кузя в итоге? Просто. А, потому что домовенок. Домовенок Кузя, да? Кузя, дома сидит, да, ну иди к хозяйке своей. Злюкая, злюкая собака. Иди к хозяйке. Да? Злюкая, злюкая. Не настолько истерит, когда я его беру, я его спокойно, без подушек в руки забираю, когда никого нет. Он меня знает. Вот. Какой у него вообще режим дня? То есть, как он, во сколько он просыпается, во сколько он засыпает? Вообще, по природе своей они ночные. Угу. То есть, днем они спят, ночью они бодрствуют. Но его можно переместить на дневной образ жизни. То есть, это вопрос времени и воспитания, опять же. Я просто работала в этот период его детства и немного недовоспитала, потому он у меня такой полудикий. На самом деле, есть гораздо более ручные финьки. Но я видела разных финьков в Инстаграме, видела прям таких, которые чуть ли не кошачьи практически. Да, так и есть. Но опять же, говорят, как воспитывать. Когда я нахожусь дома, он со мной днем бодрствует. Мы с ним играем, он очень любит, когда какая-то движуха дома происходит, уборка там, или какая-то перестановка, он во всем участвует, все открывает, бегает. Прикольно. Вот, если меня нет дома, он днем спит, а ночью выносит мозг. Вот у нас стандартная схема, ночью не сплю я. А вот еще любит очень прятать еду, своровать со стола и запрятывать. Кстати, со стола, прям на стол залазит? Они прыгают высоко, он запрыгивает мне вот на эту барную стойку с пола. Ребят, чтобы вы понимали, как бы, это вот. Вот в тени того, то есть вот, вот так он может сюда залезть. Да, на столе ничего быть не должно. Прячет, куда бог пошлет, опять же, и под подушку, и куриные ножки. То есть можно просто сесть в один прекрасный день и достать из-под себя куриную регулярно косточку, да? Регулярно, не прекрасный день. Это будет с вами. А, каждый день, да? Понятно. Да. Только на фоточках ты такой милый, да? Вот именно это большое заблуждение наших подписчиков, которые думают, какой милый. Вы ездите куда-то? С ним нет. Или вы не можете его с собой взять по каким-то причинам? За границу вы имеете в виду? И за границу, и вообще, может, вы по России куда-нибудь путешествуете, на машине? По России путешествую, ну как, недалеко, куда-то за город, так вот, конечно, беру в переноску, он ложится спокойно в переноску и спит. А на самолет за границу? Я не пыталась даже, потому что они под охраной в Красной книге, то есть там 3 градации животных, есть которые на грани вымирания, есть маленькая совсем популяция, есть которые просто подконтрольные, вот он к подконтрольным, у нас они... О, вот так вот, ребята, финьки, получается, под контролем в Красной книге находятся. А в России, наверное, они продаются, их много в Японии
есть они в Америке, вот у нас под подписчиками, я смотрю. В Японии их точно очень любят, пойдите на Ютубе, посмотрите, да. Финьков. Там вообще они... просто, у них очень много вот этих лисичек. Ну, они аниме, потому что вот... Да, я видела ролики по 6 просто, да. Лиза, они все орут, он сидит за компьютером, они просто его облепили вот так вот. Вот, а в остальных странах мира они запрещены. И то есть, ну, как-то можно возить их, это долгий процесс. А если вот кусает, он вот реально вот прям больно? Очень больно. Больно, да? Очень. Я просто хотела взять на ручки и подумала, ну, раз уж укусит, ну и пофиг. Он насквозь идет, даже не моргает, знаете, как терминатор, вот так вот с каменным взглядом идет тебя тяпнуть. Но на самом деле, если объективно, ребят, да, то вы бы должны заняться каким-то воспитанием, да, его, чтобы вот так он, но великая большая любовь не позволяет. Ну, как это? Или вы просто понимаете, что если уж кинологи сказали, что мы ничего сделать не будем, то как бы вы тоже уже... Да и ладно, да, пусть кусается. Ну, это в том числе... Нет, с детства можно было как-то это все отредактировать. А сейчас уже поздняк метаться, бегал, да? Да, чтобы, может быть, не кусался, но сейчас поздно. Вот любопытство, оно, конечно, всегда подводит. Невзирая на страх, лезет. Кузя! Хотели бы 10 финьков? Нет. Искренне нет. Нет! Она тогда на самом деле такая, нет, а внутреннюю нет. Господи, спасибо. Нет, зачем? Что-нибудь для вас такое или стыдное, или нелепое, что-то такое прям, или смешное очень. Так чудит, но квартиру рушит, что трэш, когда у меня, я на переговор опаздывала и спала там 2 часа, и встала вот такая, даже не засыпая, воскресла, можно сказать, я не встала. И выхожу в комнату, а он очень любит сыпучие вещи, и он как-то вскрыл муку. И вот это вот все просто, он даже есть видео. Кошки, кстати, тоже очень любят все сыпучее. И да, хлеб весь разметал по всему дивану, это был психотрэш просто. Тихо, спокойно, Мунь, спокойно, не злись, не злись, смотри. Все хорошо, тебя никто не обидит. Шипишь? Ты шипишь? Мунь выдохнул на самом деле. Да? Мунь, иди сюда. Муня. Муня. Хорошо, Муня. О, это... я тоже дернулась, блин. Его напугало больше. Мунь, скажи что-нибудь. Скажи. Да? Это что за звук такой? Даже я так не слышу. Мунь. Муня. Вот она, если не растет. Вот. У нас вот такой вот ролл. Ролл. Какой мягенький. Какой ты мягенький. Ой, такой хорошенький. Прям вообще. А когти стрижете? Дай Боже. Нет, да? Ну, у него просто короткие когти, они сами стачиваются? Нельзя их стричь, потому что они у них, вот, если посмотреть, целиком нерв прям до конца когтя практически. Угу. Ну, поэтому, ну и плюс он постоянно роет, потому их стачивает. Он на тебя смотрит так? Или он мурчит? А зачем им такие уши? Они служат, читали вы? Да, природный охладитель с помощью кровеносной системы, которая здесь есть, угу. Сосудиков. Они регулируют температуру. Ну и плюс слышать мышек, всяких жучков. У него еще такие глаза, если приглядеться, такие, как у змей, вот эти вот полосочки. Вот это его внутренняя суть просто проскальзывает периодически. Змеюга. Он в душе просто змея. А надо, чтобы он меня видел, да? Ну, вот лучше, да. Хотя, лучше за шейку держать, вот так, угу. Ну, поддерживать, чтобы... Чтобы, если что... Ну, да. Солнышко. Ну, а спит с вами или так, вот просто где спит? Иногда со мной, иногда где вот ему удобно. А он кастрированный? Нет. Нет, нет, я не знаю. А собираетесь кастрировать? Нет, это, во-первых, нужно делать до определенного возраста, угу. И уже поздно. Но я намеренно это не делала, потому что жалко его очень животное, плюс он не столь известен для ветеринаров, угу. В России, угу. И как определять дозировку наркоза, но это много нюансов. Я опасно, может быть, да. Просто-напросто кастрация. Я побоялась. Какой на первый раз вижу сейчас на руках. Да? Он даже у меня так редко лежит. Да. Растекся просто. Если у вас есть животное, которое нужно расслабить, зовите меня в дом. Я приду и сделаю ему массаж. А на еду не приманивается? Приманивается на еду, да.
Ой, это у нас была история, ты у меня убежал, когда мы с ним гуляли. То есть еда – это тоже одна из хитростей, да? Да, да, он убежал на большой территории загородной, там было где-то порядка 4 гектаров. А он не подойдет, если будешь звать. Если он убегает, то убегает. И мы его ловили 14 часов. Офигеть. Шестером 14 часов ходили, искали, а это была еще и в ночь ситуация. Я не знаю. Ночью? Это вообще было. Потому что я пока искала лесу, я нашла уже ежа какого-то дикого, которого почесала, он даже не убежал. Нашла 6 кошек. Лисы не было. В итоге нашли, но выманить удалось только хлебом. Он на хлеб подлез, и я их просто схватила вовремя. Если бы не хлеб, все, это уже. Подписчица у нашей тоже убежала, лиса, они с ним на юг поехали, и шлейка расстегнулась, и все, и с концами. И все, и не нашли. Они не возвращаются, если убегают. Ты красавец. Ты весь стек, уже лапы даже вот повесили. Муня очень любит хлеб у нас. Вот хлеб у нас страсть просто, своровать целый батон и удирать с ним. Батон больше своего кузи. Вот а, прикол. Главное, ни одного цвета с этим батоном еще. Вот это, мне кажется, роднит душу. Он просто такой, брат! Брат, ты что лежишь? Брат, поднимайся! Брат, бежим! А вот этот батон такой, просто такой батон. Он такой, брат, бежим! Брат! Брат, они тебя съедят! Короче, у меня есть канал, где я озвучиваю животных. Вот вы мне можете присылать видео. Мы придумаем Кузьме голос, и он просто будет с батоном мчать. Такой, батончику глаза нарисую. Просто такой, брат, я тебя спасу. Батон такой падает. Беги. Иди без меня дальше. Как в этих фильмах во всех экшен такой. Чисто, да? Ну абсолютно так и есть. Хвост повисла бы, повисли, Мунь, я тебя не узнаю. Ой, лисяра. Мунька, Мунька. Какие такие лапы. Не думала никогда, что буду держать на руках лисенка. Мы когда гуляем, конечно, гулять спокойно не получается, потому что каждый, кто говорит, ой, ты пусенька какой! А Кузя сам по себе, натура такая жесткая, такой, сама пусенька! Как вы собрались здесь своими пусеньками и утепотями? Мунь. Кузьма. Забываешь, что ты с ним играешь, воспринимает это как нападение. Как войну, да? Как войну, и тут уже просто... Он бежит на пролом, я уже где-то кидала с него проволочными подушками, чтобы хоть как-то остановить. Он за тобой дерет просто изо всех сил, хочет грызться в тебя. Захлопываешь дверь, он в дверь ломится, вот так на дверь нападает. Он на тебя так реагирует. Кузьма. Кузь. Кузьма. Ты красивый. О, не злись, не злись. Он просто может оттяпнуть. На самом деле, первый раз, честно, абсолютно говорю, вижу, чтобы так спокойно реагировал зверь, потому что даже у меня он так на руках редко лежит. Энергетика у вас какая-то хорошая. Ну не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Не... Ну ладно. Я камеру хотела взять. Все, отжал, я хватит, отжимает. Он реально камеру не дает взять. Мунь, стой, стой, Муня. Все. Ну что ж, ребят, мы сегодня побывали в гостях у Миланы с Кузей. Подписывайтесь на их инстаграм, на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы свои задавайте. Все, увидимся. Спасибо еще раз вам. Пока!